Приветики, мальчики! В сентябре для игры Cyberpunk 2077 выходит крупное DLC-обновление, которое называется «Призрачная свобода». Вообще, это скорее полная переработка игры, а не обычная DLC. В игре переделают древо умений и обновят перки. С нуля переработают систему полиции и улучшат работу искусственного интеллекта. Киберимпланты будут устроены иначе, нежели чем в базовой игре. Показатель брони будет привязан именно к ним, поэтому можно будет носить любую одежду. И кстати, в этом DLC установить сразу множество имплантов не получится. По мере того, как персонаж будет приближаться к своему порогу, на встроенное в тело железо, Ви начнет страдать от различных дебафов. Также в этом обновлении разработчики ввели полноценную механику боев за рулем. Кстати, у транспортных средств появятся слабые места, например, зарядные порты, ну, как бензобаки в Мафии 2, например. Архетипы врагов переработали, чтобы противники были более разнообразными. В открытом мире появится целый ряд активностей, которых не было в базовой версии игры. Многие элементы интерфейса в этом DLC переработали для удобства игроков. В общем и целом, большое крупное обновление ждет любителей киберпанка. Я киберпанк обожаю и ненавижу одновременно. Поэтому для меня очень интересное DLC. Давайте заценим его официальный трейлер. Для лиц, достигших 17 лет. Киберпанк. Должен же быть какой-то выход из этого положения. Джонни, я умираю. Это ничто не сможет остановить. Моя смерть неминуема. Ви, меня зовут Сойка Пересмешница. Я аналитик Национальной службы безопасности США. Я знаю о бомбе, которая тикает у тебя в голове. Я могу спасти тебе жизнь. В чем подвох? Мне нужно, чтобы ты поскорее добралась до Догтауна. Внимание всем жителям Догтауна. Президент посадил свой самолет в нашем городе. У этого человека 1000 причин взять нас в заложники. Значит, нас снова втягивают в драку. Будь начеку. Сейчас ты находишься в волчьем логове. Уведите Майерса. Нам нужно эвакуироваться. Ее безопасность — твой главный приоритет. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Если нас поймают, нам конец. Стой, ты это слышал? Боже всемогущий, машина двигается. Беги. Сюда, скорее. Клёво. Кто-то нас сдал. Знаешь, Ви, госизмена никогда не бывает черно-белой. Это разноцветная шарада. Куда бы ты ни пошла, везде будут трупы и будут страдать люди. Я просто хочу получить то, что мне обещала певчая птичка. Лекарство. Ты согласна со мной? Ситуация изменилась. Иллюзия свободы притягивает к себе отчаявшихся людей. Приставь пистолет и нажми на крючок. Если я ничего не сделаю, то я умру. Киберпанк. 26 сентября. Phantom Liberty. Ну что ж, по-моему, замечательный трейлер выпустили разработчики Киберпанка, и в целом будет крупное интересное DLC. Но как по мне, это самое важное, крупное и интересное. Лично таки-таки для меня. Поэтому я им попробую насладиться. Это Антивирус был, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока, и дергайте меня за киберимплантовые бока.